Всем привет, я Квас, и вы на моем канале. Сегодня у нас тектоника, где будем кататься на монорельсе и заниматься промышленной добычей инопланетной руды. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Так, а тут у нас он стоит, потому что нет и электричества, я так понимаю, да? Ну, в целом это логично, что оно должно работать на электричестве. И я думаю, что мы сейчас этой штукой воспользуемся. Значит, давай сначала посмотрим вот эту вот, где дверь находится. Да, это... Ой, это вот это. Карту, повторюсь, я оставлю под видео. Причем начну с самого первого видео, поэтому... Вам будет удобненько. Так. Вот нам сюда. Оп, оп. О, IT-сектор. I remember hearing strange rumors about the records they were storing here. But I'll settle for a few useful pieces of tech. Да. А взрывчатка, омнилокатор. Согласен. Сервер отдыхает. Снеговик. А я хочу узнать, что такое снеговик. Хладовник, экскалибур. Что такое экскалибур? Вертикальный тоннельный проходчик и модульная база. Ага. Понятно. Можно мне снеговика посмотреть? Так, ланцет. Кому сурикат? Так, паладин. Снеговик. Угу. Так, я это тут видел. Ага. Оп. There were barely 10,000 people in my hometown. I was the only person from there who made it into the expedition. Я тебя поздравляю. Your family must have been very proud. That's what they tell me. I still went home now and then when I was at the planning department up in Alaska. Then one day you wake up and they tell you you're not in the planning department anymore. You're actually going to Calix. Such kind of transfer would have been very rare. So must have been extraordinary circumstances. I guess. There was even a parade, apparently. Thankfully, I was already in orbit. Mm-hmm. Так. Скорость крота. Отлично. Так, крот, крот, крот. Вот она скорость. Ну, понятно, на следующем этапе. Сколько у нас еще этапов? Раз, два, три, четыре, пять. Пустой. Шесть. Шесть этапов, и еще неизвестно... Есть ли они? Блин, только что-то было сейчас. Хм. Так, сервер кто-то пожрал, я смотрю. О, снеговик, да. Snowman was the head of information technology. I appreciated his attention to detail. Others were less enthusiastic. These databank logs read like bad teenage drama. He was spying on people. Many people selected for the expedition had secondary qualities of note,
Perhaps his interest in amateur espionage was a mechanism for command to detect and fix petty disputes before they escalated into serious ones. If we find this guy in a cube somewhere, we're setting his volume to zero. No. He must be permitted to communicate. I'm kidding, Colonel. You were not. Такой душный этот полковник. Так, значит, теперь кабели. Нам нужно их 50 штук. И, к сожалению, у меня их нет столько. Но мы сейчас сделаем. И найти вот эту дверку нам надо. Остальные дверки, это у нас система охлаждения ерунда. А процессорные единицы тоже. Вот Advance, вот эта вот херня. Она у нас даже не открыта, поэтому я даже не знаю, как она делается. Вот. В любом случае... Кстати, нам надо бы еще, наверное, сделать эти... Вот эти штукенцы. Чтобы возить... Атлант. Как он там называется? Так, ну, пока вроде норм. Здесь у нас все закончилось. 226, кстати. Может, что-нибудь потратить. Пу-пу-пу-пу, логистика. Здесь у нас все. Транспортировка. Давай вот эту штуку. Аккумуляцию давай. Почему-то закрыто. Умни-локатор. Так. А что там надо для этого? Рамка. Ну и тут тоже, кстати, рамка. На. Так, сколько у нас их? Так. Вот так. CB1501. Ищем. Ага. Понятно. Это у нас самая высокая... Самая северная часть практически. Так, как бы лучше дойти-то на нее? Ну, опять по речке придется идти. Так, я сейчас попробую, попробую вот эту штуку поставить куда-нибудь сюда, на базу к нам. Оп. Как-то она, конечно, странно ставится, я смотрю. Можем мы протолкнуть сюда? Как будто бы да. А, так. Давай мы вот это дело... Оп. Оп.
Так, и тут мы сделаем вот так. Забыл. Ну. Так, и нам надо... Хрень, место-то много занимает. Единственное, у нас, я так смотрю, энергии не хватает немного. Хотя... Ну, возможно, здесь требуется нам еще батарея. Потому что, судя по тому, что... указано, как будто бы нужна батарея. Можем сделать парочку. Но пока непонятно. А, кстати. А, во, полетел. Нихера он летает, с какой скоростью. Обалденно. Так, а вот эта штука нам нужна. Распаковка. 42 мегаджоуля нужно. А нам доступно 435. Ну, нормально в целом. Следующая партия 33. Блин, с какой скоростью оно летает? О, блин, это огонь. Единственное, я так понимаю, подключить две штуки нам уже не удастся. Да? То есть нам нужно... Да, у нас получается как бы один к одному. А вот зачем вот это? Более крупная. Она у нас есть, кстати. Ну-ка. Не очень понятно. Точно такая же. Ладно. Хорошо. Надо будет ее переставить к нам на базу, чтобы на базу прилетала. Так, сейчас мы сходим, сделаем вот эту вот еще одну дверь. Так, и я хотел вот тебя взять. И надо будет тогда вопрос решать с этим, с известняком. Вот, чтобы я мог от него избавляться, куда-нибудь его возить, потому что, ну, это пиздец какой-то. Его слишком много у меня получается. Так, дерево растет потихоньку, я смотрю, у нас. Так, а у нас же, получается, вот эта штука появилась, да? А ее, наверное, надо как-то сюда повесить. А как на ней ездить? Странный. Ладно. Но этот монорельс максимально быстрый. Если вспоминать Satisfactory, если вспоминать Factorio, да и в целом подобные игрушки, где есть либо монорельс, либо какой-нибудь поезд,
Это все очень медленно. То есть, по сути, поезд тебе нужен только в том случае, если тебе надо на очень дальнее расстояние перевозить огромное количество ресурсов. В любом остальном случае, конвейер, и вот хоть у пользуйся им. Так, нам надо на самом деле вот это вот обойти и вот там зайти. Насколько я помню. Оп, оп. I recognize this place. These were the living quarters for the crew. We might be able to salvage some personal upgrades here that people left kicking around. Основная кластеризация. Оп. Вот она. Позволяет формировать что, кого. Назначьте ядерные кластеры для получения бонусов за усиление ядра. Что? Что делать надо? Непонятно. Деактивировать я могу. А что-то еще сделать не очень понятно. Так, биоплотность можно в целом. Давай туннелирование бахнем. Это 3 на 3. Нафиг оно надо? Вот это вот скорость изготовления в кармане. Скорость обмола давай. Налево пойдешь, коня потеряешь. Йо. О, еще можно налево сходить. Скорость спецкостюма. Вот это полезно. Аккумуляция. Понятно. Зеленый экран, который не светит. Не удивлюсь, если я тут что-нибудь пропущу. Так, пошли дальше. Это у нас столовая. Конвейерная лента 1. Скорость изготовления 4. Ага. Ух. Блин, вот он. I knew people who put their whole lives into getting picked for the expedition. I just gave it a shot. No idea how I made it, and they didn't. The criteria for the expedition was never about finding the best people. It was focused on finding the right people. What's the difference? You might say that what they were looking for was willingness. So, if we were lost and the expedition was finished, do you think they would have been willing to go home without us? Yes. And I would have expected no less of you. Так, ну, паладин очевидный солдафон, поэтому неудивительно его реакция. Ох, сколько тут их. Улучшение ядра, сборка. Что? Улучшение ядра, плавильная печизна. Назначенные ядерные кластеры увеличивают скорость плавильных печей на 25. Что? Ну, то есть, видно, видишь, улучшение ядра буровой, улучшение ядра молотилки, вот она сборка, но что это? Так, вот она буровая, плавильной, молотилки, мощность. Так, это мы видели.
Кстати, я не видел тут ни одного ящика. This feels like some kind of video game lounge, but I get it. Why did they all have these huge monitors? What kind of game needs widening? Anyways, I prefer cards. Come to think of it, I've got one heck of a poker face now, don't I? Сверхширокая игровая установка. Дал как? Тут был ящик или нет? Ты что-то уже забыл. По-моему, может и был. Оу, вот это я момент пропустил. А вот и ящик. А, 4 печки. Замечательно. This was obviously a movie theater for when people had downtime. But it exposes another strange gap in my memory. I can't really remember anything recreational. Some part of me knows I spent a ton of time here, but even coming here and being reminded of it doesn't jog anything specific. The only thing I really remember is work. And that isn't like me. At least, I don't think it was. Так, хорошо, этот хрен ничего не сказал. Так, за нами, да, вот он, ящик, он помеченный. Так, замечательно. Мы открыли множество непонятных лично мне технологий. Непонятно, что с ними делать. When I was down in that facility, a part of me thought that maybe I was making all of this up. My crew, my life, the expedition. Your mind starts filling in the blanks you don't want to think about anymore. Like it knows there isn't any harm in it because you're never getting out of there anyways. A sinking feeling that keeps sinking. But it was real. There were hundreds of people here. Thousands. They worked here. We cared about them. We were in this together. I'm not saying all this to hold on to whatever happened to me. I'm saying this to let it go. Интересно, если бы мы паладина не нашли, как бы она разговаривала? Ну, то есть, ее реакция. Так, у нас с вами остается в настоящий момент две двери. При этом, у нас, кстати, есть лифт. Вот что мы с вами забыли. Вот, точно. Нам нужен лифт нахрен. Так, это мы сюда пока убираем. Нифига себе. И как далеко оно может тянуться? Как будто бы далеко. Так, где ты? А, я ее, получается, снял, да? Значит, смотри, нам надо вот эту штуку. Давай попробуем вот отсюда дотянуть до лифта. Он у нас с вами находится. Где-то он и находится, этот лифт-то. А, у нас же тут как такового электричества-то нет. Нам надо это дотянуть до лифта. А лифт у нас... По-моему, где-то там он. В общем, нам надо для начала вернуться домой. К этой. К электростанции. Мы это сделаем. У нас же тут есть электростанция наша.
которой есть, собственно, генератор. Вот он. Ну, мы сейчас посмотрим, как оно работает. Это, видимо, уже далековато, да? Да, тут как бы, я так понимаю, основная проблема связана с тем, как мы электричество подключаем. Но то есть тут даже не с длиной связано, а именно вот с местоположением. Потому что, видишь, длина прям может быть. Так. Нам нужен лифт в первую очередь. Найти. Так. Я вот просто не помню, как до него лучше. Оттуда мы обычно приходим, чтобы добраться до лифта. Короче, пока нет в этом никакого смысла, потому что нам нужно прокачать до определенного момента Виктора. Вот, пока он не прокачан, у нас нет технологии лечения этой ерунды, и поэтому как-то так. Ну и ладно, электричество у нас есть? Есть. Сейчас нам нужно только думать о том, как Виктора прокачивать. Нам нужно 1400 слитков, 3400 этих, 4... Ааа, вообще жесть какая. 320 мегаджоулей. Это легко. Причем мы эти 320 мегаджоулей, я так понимаю, можем в Виктора воткнуть. И все будет замечательно. Самое проблемное, я вижу, только процессорные модули. Потому что они крайне медленно производятся. И все это прям беда какая-то. Вот. Сейчас пойдем посмотрим Виктора. Дерево у нас вроде пока все нормально с ним. А, так, 19, да? Нужно посмотреть, что там у нас. Да, видишь, сюда его нужно будет воткнуть. 1200. Обалдеть просто. Так, а у нас вроде как есть возможность сделать вот так. Что у нас тут? О, нормально. А я думаю, мы сейчас вот эту штуку снесем. А нам нужно все-таки эту ерунду поставить поближе к производство. Чтобы это у нас все как-то работало. Вот, то есть нам надо вот к этой дробилке поближе поставить. Оп. И так, и поэтому нам надо эту штуку мы воткнем сюда.
Да, тут у нас известняк, тут у нас вот это. Блин, я не хочу просто лишний раз буриться. Так, значит. Давай, наверное, как-нибудь вот так воткнем. Так. Так. Сюда. Блин, ну это, конечно, обидная херня. Так, это избирательный. Давай еще один. Ну, так пусть будет. Вот. И теперь нам нужно отсюда протащить. Ну да. В Астронире, когда ты прокладываешь, у тебя хотя бы... понял. Вытянутая, короткая и так далее. У тебя удаляются лишние эти, лишняя земля. А здесь такое не прокатывает. Во, замечательно. Сейчас будет возиться все это. Понеслась, смотри. С какой скоростью, ё-моё. Я еще не добрался, уже вторая прилетела, дура. Так, это сюда сразу закидываем. То есть со слитками в целом у нас вряд ли будут проблемы. Потому что теперь у нас идет добыча. Нам надо... возможно, стоит... с этими, с ядрами также поступить, чтобы их возило. Но не знаю. Пока не знаю, потому что... потому что... дерево скоро закончится. Смысла в этом особо нету. Выглядит, конечно, бомбезно. Так, я хотел... у нас... снаряжаемый инструмент... ну, куда? Давай сюда. У нас... я вроде бы делал эту ерундень. Где он тут? Генератор. Вот он. Давай его... вот так поставим. И теперь провода. Классно.
435 из 320. Нормально. Монорельс, конечно, огонь выглядит. Просто. Так, что у нас? Этого что-то не видно. Второе дерево. Странно. Так, и... О. Так. О, нифига себе. Контейнер, железная руда. То есть, если я хочу... найти железную руду. Я ставлю 300. Вот, 500 мегагерц. И он мне теперь будет везде. Это у нас известняк. Медная руда. Он мне там что-то обнаружил. Вдалеке. Непонятное. Ну, допустим, вот. 500. Так, это у нас. А, ну вот он, собственно, показывает. Ну, такое. Такое. Пока не очень понятно, зачем нам это надо. Хотя, если мы, например, будем искать различные камни, да? Или не камни, а ящики под землей, то, наверное, в этом есть некоторый смысл. А так пока непонятненько. А, что ж, наверное, пора заканчивать. Я продолжу собирать необходимые нам ресурсы. Он допривез. О, поехал. Ой-ой-ой. О, нормально. Ну, это, конечно, не так быстро, как летит сама монорельсовая дура. Но... но теперь, блин, не надо думать, как нам побыстрее добраться до того или иного места. Можно просто... О! О! Блин, а как так? Я думал, мы все будем пролетать. В общем, в целом неплохо, неплохо. Но хотелось бы лучше, конечно. Так, он, короче, не успевает нам выгружать все это говнище. А, я думаю, мы сделаем вот так. Единственное, только тут должен быть у нас вот этот. И вот тут. Тоже. Так. Красный манипулятор, пожалуйста.
Вообще, в идеале нам нужен этот пакетный. А мы можем пакетный? А-а, у нас его нету. Ну как так? Пошли, потеребим, где-то у нас был пакетный, я хочу потрогать. Так, давайте уберем и попробуем пакетный. Он сразу по три срет. Замечательно. И тебя мы тоже на пакетный заменим. Он вроде успевает разгружаться, загружаться. Так, я сразу поставим. Это чтобы не мешал. Это чтобы не мешал. Это чтобы не мешал. Нормально. По три за раз грузит. И вроде как. Давай так сделаем. Да, нормально. Нормально. Вот так вот. Так, а что у нас? А, у нас, я понял. Электроэнергия, это, конечно, хорошо. Но, видишь, нам нужно, чтобы была импульсная энергия. То есть нам нужно обязательно, чтобы были аккумуляторы. А аккумуляторов у нас не хватает. Видишь, они постоянно пустые стоят. Нам нужно упростить себе задачу. Мы поставим так. И нам нужен один ты. Видишь, он накапливается. И разрядка пошла. И опять начинается. Вот. Нам это не надо. Нам надо, чтобы у нас тут было электричество. Вот, поэтому мы сейчас это электричество подключим. Так. И вот сюда сейчас мы это дело подключим. Все. Теперь у нас везде одна мощность. 6, почти 7 мегаватт мощности. Батареи у нас сейчас тут будут накапливаться, я так понимаю. Да? Да. Как-то очень слабо накапливаются. Пойдем мы их снимем, поставим в одну единственную базу батарейную. Да, видишь, у нас был разряд аккумуляторный.
Пошла зарядка. Оп, прошел разряд. Да, вот эта вот разрядка, это вопрос, насколько вообще норм. Так, смотри-ка, у нас деревья соприкоснулись. Ну его, видишь, нету на карте. Это какая-то дичь. У нас по технологиям 105 ядер у нас. Можно было бы их на что-нибудь потратить, наверное. Биоплотность пока не знаю. Транспортировка. Верно. Повышение мощности. Снижает расход на... О, вот это. Чтобы меньше жрал энергии. Вот. И надо придумать, короче, монорельс, который будет возить хер знает куда и известняк, потому что известняк, ну, прям бесит. Вот. У нас есть определенное место добычи известняка. Вот. И мне кажется, этого должно нам хватать без остального. Круто то, что у нас сошлось вот этот момент. Потому что я боялся, что у нас не сойдется. Что ж, я думаю, на этом закончим. В следующий раз продолжим. Мне до хрена всего надо накопить, и я думаю, я это самостоятельно накоплю, чтобы не тратить время свое и ваше. Значит, что нам надо? Нам нужно собрать вот это. Это делается легко. Это тоже делается легко. Конвейеры будут сложнее, слитки делаются автоматически, мегаджоули есть. Самое сложное это будет процессорные модули, и то 500-900 уже легче, и возможно будут с конвейерами проблемы, вот, в целом, но тоже можно, в общем-то, ручками все сделать. Не забывайте подписываться на канал, заходите ко мне в Discord, Zen, Телегу. Всем удачи и пока.